Включи же, она у меня выключилась. Непонятки. Так, ну вот, в общем, ребята. Море-море, пел когда-то певец Антона. Едем, ребята, на банкет. Давно вам тему эти не снимал. Ну, устали вы от таких монотонностей, однообразий. Вот решил сегодня запилить немножко. Ну, еду на коттедж, на частный, может быть, что интересного будет. Хотя, так сказать, 7 тысяч в сутки аренда. Ну, на Авито там выставлен. Посмотрел фотографии, вроде как бы ничего. Банька есть, шикарно. А что еще надо? Да к такому дому, да приложить хорошую хозяйку. Да иногда пропаривать ее по воскресеньям. О, тачка. По субботним дням пропаривать хорошенько ее. Так что. Ну, видите, дома это дело такое, миллионы, миллионы. Жизнь целую кладут люди, чтобы построить дом. А у некоторых не получается. То есть это нервов сколько, говорят. Сколько денег, да тем более сейчас, когда подорожали все стройматериалы. Вот я смотрю, значит, Сергея Посадского, дедушку Сергея Викторовича, так он рассказывал. Что-то там утеплитель в 4 раза, железо в 2 раза. Ну все, и древесина, там стройматериалы все подорожали, леди и джентльмены. И как, говорит, строить? Вот ты смету всю жизнь, полжизни копил, блин, смету закладывал одни цены, ну плюс запас, понятно, там на непредвиденные, но ты же не мог предвидеть, что в 4 раза какой-то из материалов подорожает. Она все время сама выключается, не спрашивает, зараза такая. Обиделась, что ли, что я давно ее в руки не беру. Ну и вот, и что это получается. Закладывал, и приходится замораживать струйку, ребята. Раз, и все. Почему? Не укладываешься? Все. Груз, я думаю, что многие столкнулись с этим. И вот я размышлял как-то на медне. Ну так, частенько размышляю. А выгоднее вот нервотрепкой заниматься своей, вот это, строить этот дом? Или купить уже готовый? Вот напишите мне в комментариях, вот что выгоднее, вот что дороже? Вот, ну понятно, что переплата будет там, еще что-то, но ведь можно и поменьше домик-то взять, ну грубо говоря. Вот здесь у тебя денег там столько-то, энное количество. Берешь на эту энное количество. То есть, понимаете, а если нет, гол как сокол, ну уж тут вообще разговора нет, закрывай видеоролик. Вон машиночки-то, чаечки разгружают. Да что она опять глохнет-то? Что-то не слышу даже. Движок-то. Створки-то открыты, жарко, кондиционер работает. Не слышу движок-то даже. О, так у меня бензин-то есть. Запоказала. Ну я на косарь с того банкета я на косарь залил. Сейчас тоже и бензин подорожал, понимаете? Жизнь дорожает. Да вы знаете лучше меня. Так, в общем, ребята, движение продолжается. Вернее, начинается. Я выехал в час. Там пускать будут в 4, а в 6 молодые, ну там свадьба, гости все приедут в 6 начала. А я, ну, к 4, если будем надеяться, что меня пустят. Обычно-то знаете, как это происходит? Я сижу такой в машине, жду, пока ворота откроют. Раз, молодые, все гости сразу автобусами приезжают, и я вместе с ними. То есть, ну, как бы не очень красиво. То есть, я тут бегаю, блин, с колонками, и они тут уже вроде бы как бы и музычка бы должно, по идее, это все звучать немножко уже. Я там при параде, общение. А тут, получается, эти с баулами, я с баулами. Вот сейчас, может, пораньше сегодня пустят. Вот, говорят, у нас с 4 проплачено. А мы приедем к 6, то есть я в 4, это уже в ворота могу стучаться. Но если собака не злая, то джинсы не порвет. Но мы же знаем, в таких особняках бульдоги злые водятся. Ну ладно, леди и джентльмены, разговорчики в строю, поехали. От винта!